Первые новобранцы этого года. Они прошли призывную комиссию, готовы к службе в армии. По традиции им вручают в торжественной обстановке военные билеты и звучат напутственные слова от военкома города, а также от героя России Павла Сюткина. Он просит, вы только не подведите нас. Для вас это, как говорится, веха вашей биографии, в которой день призыва, день, когда вы вступаете в новую жизнь. И я считаю, что вы уже подготовлены. Верят совсем молодым защитникам Отечества и ученицы 1 и 11 класса. Их трогательные слова призывники слушают внимательно. Друзья спешат сделать последние фотографии с торжественной части проводов. Когда звучит марш прощания славянки, родителям разрешают попрощаться с сыновьями. Крепкое мужское объятие, в глазах матерей и подруг слезы. Но ребята держатся молодцом с настроением. С отличным, только с родственниками жалко расставаться на год. Скучать же буду. Дальше, чтобы все было хорошо. Будем ждать. Весной из Сочи призовут в российскую армию более 300 человек. Практически каждую неделю будут проводиться отправки из городского военкомата. Первая отправка 10 человек. В основном идут они сейчас, это внутренние войска Министерства внутренних дел и сухопутные войска Российской Федерации. Все это по плану. Следующая отправка у нас в воскресенье. Там будет немного уже больше. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.